Мужчина погиб в результате аварии в Грязовецком районе. ДТП произошло накануне около 16 часов на 43-м километре трассы Вологда-Растилово. По предварительной версии, водитель на автомобиле Honda CR-V сбил 25-летнего рабочего, который регулировал движение в период проведения дорожных работ. От полученных травм он скончался на месте. Также в ДТП пострадал пассажир автомобиля, 39-летний мужчина. С различными травмами доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожар в частном доме произошел в деревне Патракеево в Грязовецком районе. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Как сообщили в МЧС, пожарная охрана на место происшествия не вызывалась. На момент пожара в доме находилась жена собственника, позже женщина скончалась. Причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при использовании электрообогревательных приборов. В Череповце полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник в сети интернет разместил информацию об установке межкомнатных дверей. С ним заключил договор череповчанин. Подозреваемый сделал замеры, после этого заказчик и работник договорились об оплате. Злоумышленник обещал установить двери в кратчайшие сроки, однако работу не выполнил, а деньги получил. У полицейских есть основания полагать, что череповчанин может быть причастен к совершению подобных преступлений на территории Череповца. Если вы пострадали от действий данного мужчины, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах.